Всем привет, с вами Джаги, а мы продолжаем играть The Binding of Isaac Rebirth. Мод «Больше демонов». Но потому что тут больше демонов. И вот второй демон. Снизошел в подвал, чтобы показать, кто тут главный. Начальнику подвала. Вообще, кто тут начальник-то в подвале? Сейчас узнаем. Тут много начальников. Так, что у демона есть? Я и забыл. У него есть красное сердечко, два серых, и у него невероятная скорость, потому что ложка и ремень — это два артефакта, которые дают скорость. Больше ничего нет. Это плохо. Не люблю я такие вещи. Лучше был супер-дамаг какой-нибудь. Вот, пожалуйста, камень с крестиком. Где? Бомбы где? Давай бомбы! Давай бомбы! Бомбы давай! О, ну или так. Ну что ж, большая комната, вызов, это просто вызов. Да, ну скорость это, конечно, хорошо, но это далеко не все. Ку-ку. Привет. Знаете, вот эти, которые прыгают, они не прыгают, потому что они знают, чего мы боимся. Пауков, которые прыгают. Иди сюда. Ненавижу большие комнаты. Давай, давай, прыгай сюда. Прыгай сюда, малыш. Все или еще? Да, еще двойной остался. Так, прям все. Мы так и не узнали, что за артефакт нам преподнесет подвал на этот раз. Бомбы как не было, так и нет. Да что ж такое? Как всегда, нужная комната оказывается в самом последнем, распоследнем тупике. Ой, неужели монетка? Это щедро. Ну, вот и артефакт. И тут бы еще бомбу, тоже было бы не... Блин, прыгнул. Неплохо было бы еще бомбу и тут заполучить. Но мы ее, скорее всего, тут не заполучим. Добивай уже. Ого, это тоже быстрый. Это демон-паук. Спайдермен, спайдермен. Вот оно, хорошо. Ну что, как бы так взорвать, чтобы все задеть? Так не получится. Ну, давайте глянем. Кошачья башка. Создает мух. Да. О, отлично. Очки, двойной выстрел. Почему 20 на 20? Так, и что, сюда заходить? Ну, у нас, во-первых, ключа нет, а во-вторых, да смысл. А где же секретная комната? Она может быть тут вот. В принципе, может. А может и не может. Я думал, она там есть все-таки. Нету и нету. Дурачина ты простофиля, как говорил балда. Нет, это не балда говорил. Или говорил, не помню. Ну, сказка там, знаете, о попе работнике, о балде и прочей. Школоте. Так, беленькая это что? Damage range up, отлично. Вот это, вот это полезно. Ну и, собственно, все. Бомб нету, ничего больше нету. Мы уходим дальше. Так бы было на одно сердечко больше. Бой. Куча монеток. Ну, давайте, босс. Это червь пин. Ух ты. Сейчас мы найдем твое слабое место, червь-пин. Это червь. Так, ну это только первый босс. Их, по идее, должно быть два. И это гурлингсы. Ого-го. Гурлингсы это внезапно. И это все ради серого сундука, обратите внимание, который ни о чем. Надеюсь, их только два. Я про боссов. Да, их только два. В общем, сердечко потеряли, и это не весело. Так, да-да, цыпа-цыпа-цыпа-цыпа, бомба, ну, это да, давай, прыгаем, прыгаем, отлично, не прыгнули, сгорели, сел в машину и сгорел, ну, это их проблема, бомба, пожалуй, мы ее используем так, чтобы вот еще глянуть, вдруг тут секретная комната, комнаты нет, ключа нет,
монет хватает как раз, чтобы зайти в магазин и что-то купить. Но нету самого главного, это ключа. Ну, ключа, я думаю, нам дадут. Но надо два ключа, потому что, ну, сами понимаете, почему. Зайти в комнату с артефактами, в комнату с магазином. Идите сюда. Ого, наплодил. Ой, может это взять? Вуп-вуп. Так прикольнее. Пока ничего другого нет, то будет вуп-вуп. Пу-пу-пу, прикольно. Вуп-вуп, прикольно. Не ключ. Точно не ключ. Скорее всего, ключа нам и не дадут. И это печально. А ну серьезно. Ой, как это было слишком быстро. Too fast for you. Ой-ой-ой. Так, во-первых, он след оставляет. Это минус. Ну все, свободен. И нам дают сердечко. И тут нам дают выбрать всякой ерунды в красных сундуках, в которых, походу, ничего толком и нету. Пилюли есть. Ну, давайте глянем, что за пилюли. Это пилюля Bad Guess. И белая пилюля это Speed Down. Эй, Speed Down, это нечестно. Ну, хотя он и так быстрый. Видите? Нечистый боится демона, потому что понимает, кто может ему прийти и навалять по рогам. Так, значит, все, мы прошли, бомб нету, ничего нету, и вот такая печаль. И ключа нету. Ах, они за это заплатят. Окей, катакомбы. Карта Judgment. Он ключи просит? Это наглость. Ну, как будто у нас этих ключей миллиард и маленькая тележка. А, ключ. Давайте глянем. А, и ничего нету толком. Серое сердечко, какая-то лабуда, монетка вот. Можно взять, конечно, вот это, чтобы ключи по два выпадали, но... Как бы... Да, ладно, возьмем ключ, а не серое сердечко. Почему? Потому что нам предстоит встретить комнату с артефактом. А факт, что... Факт. Артефакт и факт. Факт, что... Короче, ключ может не выпасть до этого момента, и это будет невесело. Вот он уже и не выпал, но может сейчас выпадет. Плохой знак жадности. Ключ? Нет, конечно. Это что за дебильность? Вот это я брать отказываюсь. Что за ерунда? Чтоб потом вот так вот вокруг башки эти все выстрелы летали и непонятно куда попадали. Нет, я такое нет. Но я на это не подписывался. Тут бомба есть. Бомба есть, а смысл? Че я хотел такое еще? Ага, я хотел что-то купить за 5 монеток. Серое сердечко. Да. Ну, где-то есть секретная комната. Где она? Это секретная комната. Нам, собственно, уже к боссу надо. Может, мы вот так вот пойдем вниз и как раз выйдем к боссу? Где-нибудь тут? Нет. Ой! Как он ловко взорвал все этот зеленый козел. Да. Обойти не получилось. Это как выстрел из дробовика. Да еще с вуп-вубом. О, нет, о, нет. Это как комната с пауками, только... Вот и есть комната с пауками. Сердечки, спасибо. Серое сердечко. Стоит заходить сюда? Не знаю. Сейчас узнаем. Бомбы. Короче, ну, как было, так и осталось. Ну, ладно. Опа, здрасте. О как. Ну мы все обошли, теперь к боссу, правильно? А секретную комнату искать не ликвидно, у нас одна бомба и... Черт знает где она. Черт-то знает. Ну, плохой знак. Нам сейчас дадут какой-нибудь мясной куб или
шар из этих самых, как их там называют, бинтов. Так и да, мясной куб. Ну, хоть что-то защитное, хотя... Ну, ладно. Все, дальше. Катакомбы, хоп. Вот тут мы бомбу используем. Ну, я думаю, тут входа в секретную комнату нет, потому что как раз камень стоит на месте двери. Ну вот, зато серое сердечко. Ай-яй-яй, зацепился за фекалии, вот такое. Пилюля. Tears up. Больше слез, хорошо. Так-так-так-так-так, ай. Ай-я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 й. Ну, хорошо. Да-да-да. Грибочек. Взять грибочек? Конечно, нет. Ух ты, он еще живой. Оу, нет-нет-нет-нет-нет. Вот это особенно это. Ой-ой-ой, особенно это. И все они особенно эти. Так, давайте вспоминать, что мы должны навестить. Мы должны навестить комнату с магазином. Ну, ладно, с магазином не должны уже. Денег-то нет, а вот с артефактом точно должны. Вот она нам прямо и попалась. Как слушала, прям говорит, сейчас, сейчас, спешу, спешу, вот она я. Спасибо, комната. Поджигающие слезки. Вот это вот, может, и не надо было брать, я так подумал. Зря взял, скорее всего. Ну, пусть будет. Опять же, поджигает врагов, но плохо, что не взрываются. Если что, кажется, не взрываются, нет? Если, ну, в общем, могут взорвать. Нет? В общем, когда не взрываются, они могут задеть нашего персонажа, и это нехорошо. Так, как же тут быть? А никак. А, глянем, что тут было. А, ничего. Вот, да, взорвалось, видите? Если оно взорвется где-то рядом с нашим персонажем, это будет не весело. С другой стороны, нам хоть монеток подкинули. А с третьей стороны... Что, много сторон? Ну, ничего. Все-таки... Тут огонь безопасный для нашего персонажа. Как-то так. Ключей хоть объешься. Бомб всего одна. Что там еще? Ничего больше. Идем в бой. Два монстра. Да. Тоже мне проблем. Ну вот взрыв. Вот он этот взрыв, который не в тему. Так. И дадут ерунду какую-то. Это что? Hanged Man, полет, что там, ключик. Пилюля с эффектом батарейки, как бы. Ну ладно. Так, всякая ерунда. У нас всего два сердечка, походу. Ну, по идее, дэмэдж увеличен. Но, честно говоря, не знаю. Рок этот прикольный. Пожалуй, мы его возьмем. И все, мы обошли все, что было. И толку... Немного. Ну, может, комната с ангелом появится, я так надеюсь. Хоть чуть-чуть. Ну да. Блин, взорвалось, нас задело. Вот зря я взял эти слезы поджигающие. Вот не к добру они. С нашим чудо-здоровьем этого персонажа просто кошмар. Только вдали надо от противников быть, а это не всегда получается. В бой тоже не пускают. Ай да ладно. Ну глянем, может, мы добудем что. Имеется в виду из сундука. Синяя пилюля, которая телепортирует в... Да вот опять задело. Или не задело. Черти куда, опять же. Ну ладно. Все-таки хоть куда-то. Вот что мы сделаем. Тут взорвем этих два
Ой-ой-ой, да-да, поспешил, не подумал. Надо взорвать те два костра, чтобы вдруг там из одного из них выпадет... Сердечко серое. Аж два. Ну так-то быстро, конечно, не спорю. Вот, нам сюда и надо. К артефакту и к магазину. О, серое сердечко, давно бы так. Артефакт. Эй! Знаете что? Ты не весело вот эту пакость? Вот что это? Зачем она нам? Так, гигантские мухи-пауки и все предметы падают по два. Ну, конечно, все предметы падают по два, но... Ну, даже, может, это уже и не так и нужно. Но даже на него не хватает. Сейчас мы, может, наберем этих... Еще 4 монетки как-нибудь. Вот, например, тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что они себе позволяют. Сердечки. Ну, как-то так. Надо 4 монеты. Даже где мы их добудем-то, эти 4 монеты? Вот, пожалуйста, одна, которую не взять никак. Круто. Толстяки. Монетки есть? Если найдем. Не найдем. Секретная комната, если где-то. Ну, например. Тут может быть. Может быть. А может и не быть. Напомните, карта Hanged Man, полет. Ну, собственно, 4 монеты. Оу, 4 монеты. Сейчас мы попробуем в комнату с шипами хотя бы влететь, чтобы, ну, не потратить. А вот, да, вот тут мы и влетим. Кьюшка. Полет, полет, полет. Берем монетку, влетаем без потерь. Ну, а тут, в общем-то, обратно будут потери. Батарейка, ну это такое. И bad guess. И что это? Что-то ни о чем. Короче, мы зря потратили половинку сердечка. Ну ладно. Че, бывает и так. В бой пустят? Может, теперь пустят? Давай, 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 оп. Че, напомните, мамашина контактная линза. Теперь... Теперь, отлично, теперь выстрелы перехватывают выстрел противник. Ну, то есть, аура выстрел, слезок нашего. Почему он плачет, кстати? Демоны плачут. Ну, короче, перехватывают выстрелы противника. И это хорошо. И, надеюсь, может, они теперь не взрываются? Нет, они все равно будут взрываться, я так подозреваю. Так что лучше вблизи это все дело как-то... Нет, не стрелять. Тем не менее, это защитная штуковина. У нас никаких... Нет, есть еще у нас мясной куб, который... Мясной куб. Но нам надо еще 3. Вот 3 монетки. 3. Хорошо, я знаю, одна лежит там где-то на шипах. Была вот, вот тут, да. Где еще взять? Большая комната. Большие, большие деньги. Чем больше комната, тем больше там денег. Это я сам придумал. Сейчас посмотрим, какие тут деньги. В какой валюте? Красное пятно. Больше кровищи, чем чего-то другого. И опять же не монетка, а... В общем, не монетка. Так, бомба, бомба и сундук. И мы даже можем что-то найти там, попытаться. Давайте попробуем. Отлично. Не отлично. Еще бомба, и мы как раз 2 бомбы возвращаем обратно. И как раз монетки. 24, отлично. Теперь бы еще 6 монеток. А почему нет? 6 монеток было бы очень кстати. Ну да. Это называется, а не офигел ли ты? Все, я понял, уходим, уходим. Ну, в принципе, 5 монеток. Не-не-не. Значит, берем
то, что падает по две. Насчет мух, я не уверен, что у нас будет что-то с мухами отличное. Конечно, да, башка вот эта кота, классно, но... Но нет. Можно, конечно, взорвать что-то тут. Но это не будет 6 монеток, при всем желании. Это будет одна из автомата, и может быть... 3, 4, если вообще будет. Или 2 из вот этого чувака. Ну что, мы взорвем. Все ж падает по 2. А вы расслабились. Все сошлось. Ну да, мухи теперь побольше. Ну, тут другое дело. Так, это нет, 2 монетки. Хотя можно было взять, но нет, 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 нет. Все падает по 2. Надеюсь, хорошие. Как бы тут еще исхитриться пару черепов так взорвать? Ну ладно. Угадывать, в каком из них есть сердечко, это неблагодарное дело. Это Depth 1, значит, вот что тут будет. Зачем нам еще этот всадник сдался? Он нам не нужен. Ну, а дамаг вроде ничего так. Еще один мясной куб. Теперь у нас как бы мидбой частично. Окей. Дальше. Теперь уровень с мамашей. Но тут еще будет магазин. И может быть, если все по 2 падает, мы что-то получим тут хорошее. Ну, я бы так хотел. Так. Ну, значит, что? Сюда? Нет. Ну и да ладно. Ничего себе, как у него башка. Прям на всю комнату. Ну, как-то так. Это бы, конечно, все взорвать. Но лучше бы, чтобы был камень с крестиком. И ничего из этого нет. Нет и нет. В бой не пускают, боятся. Вообще, со здоровьем-то проблемы. И чё? Монетка. Опять монетка. Кстати, одна почему-то упала. Это... Не кошерно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. И так вот он и сдох. Не сдох. Еще нет. Не дождутся. Отлично. Комната с артефактом. Последняя комната с артефактом. И это бомж, который забирает монетки и дает сердечки. Ну, почему нет? В компании веселей. Да-да-да, привет, пока. Свободен. Да, свободен. Ну, давайте взорвем это, может, найдем черное сердечко. Нет, мы нашли какую-то ерунду, которую нам не надо. Карта Чариот, это у нас неуязвимость. Ах. Ну вот, пожалуйста, бомба. Я хотел потратить. Монетки забрать первому. Хитрый какой-то. Бомжара, не надо было его брать вообще в компанию. Жадина. Так, что где? Магазина не было. А, ниндзяище. Он уже навострился прямо такой. Монетки. Нет, это, братиш, наши монетки. Демонические. И тут толком-то ничего и нет. Ну что, серое сердечко брать? Бумеранг? Ну вот возьмем эту штуку. По-моему, в бою она постепенно заполняет. Ну, сейчас узнаем. Да, постепенно заполняет, отлично. Только медленно как-то. Ну, пробел. Артефакт на пробеле постепенно заряжает. Это хорошо. Серое сердечко. Отлично. Perfect. Так, кучу всяких гадких пауков. Ха, нет, туда не пойду. Хитрые какие. Стоит там возвращаться наверх туда? Нет, мы все, что надо, уже купили. Значит, мы вот где-то тут взорвем. Посмотрим, что выпадет из камня с крестиком. Ага. Вот ты ж какая. Да ладно. 12 diamonds. Удваивает количество денег. Теперь их 8. О как! За это, конечно, спасибо.
Ну, лучше бы дали вот эти вот голову бога, это было бы вообще круто, круто. Так редко выпадает голова бога, просто, просто ужасно. Дайте-ка подумаем, это у нас уже мамаша будет. Ну, пошли. Чего уж делать? Да. Вот, хорошо-то. Само нам сундук выбило. Глупое создание. Ну, как-то так. И в сундуке. Просто куча всего. Монетки. Просто куча. Ну, это хорошо. Так, значит, что? Против кого мы пойдем? Давайте пойдем по светлой. Нет, возьмем, наверное... темную, а пойдем в собор, если дойдем, конечно. Чтоб только до Айзека дойти. Да. Или можем пойти по темной линии, чтобы... Ну, в общем, посмотрим. Ну, до Айзека будет хорошо. Ключики. Ох-ох-ох-онюшки, что-то их тут много. Нет, дамаг, конечно, классный, но надо больше. Отлично, просто враги горят. Выстрелы их не отталкиваются, поглощаются. Вообще классно. Ой, что-то взорвалось, причем без нашего участия. Нет, мы ничего не взорвали, мы мирно шли мимо. Да ладно. Какие противные у них вот эти вот голоса. Ну это понятно, это неправильные ангелы. Это какие-то такие... Видите, у них кровавые пасти. Они кровушку кого-то пьют. Они неправильные. И они будут уничтожены. Кем? Нашим супердемоном. Я знал, что там все есть. А-а-а, монетки! Ну ладно. Ну нет, это наши монетки. Значит, нам что? Нам к боссу надо. Ну, окей. Я просто так спешу и просто могу пропустить. Иди возьми. Карта. То спается два количества ключей. Ну, круто теперь. Можно даже этому... чуваку попрошайки с ключами что-то дать. Вот для чего этот тупик? Чтобы мы проверили, нет ли тут секретной комнаты. И ее тут нет. Камень с крестиком. Камень с крестиком. Ой, вот это плохо. Так, камень с крестиком. Я не вижу. Ой, стоп. Привет, друзья. Вы же помните, мы ваши друзья. Дебилы всегда ведутся. Так. Который из них лазерный? Вот этот. Самый что ни на есть лазерный. Ой, там двойная комната. Большая. Наверное, тут секретная. Ну-ка. Дай чё. Хм, отмычку дал. Ну, спасибо. Короче, автомат... не оправдал высоких надежд. Зарик против мистера Фреда. Вот чего не хватает, это полета. Тут, ай, вот, да. Ну, как-то так. Надо же. Вот, это что, повышение здоровья? И, а почему сделка с нечистым? Я рассчитывал на ангела. Это, кажется, тоже контракт, который дает больше выпадающих предметов. Нет. Нет. Нет, мы уходим. Вот как раз тут бы черного этого демоненыша, который жрет сердечки. Красный дает. У них серый, было бы классно.
Ну да. Короче, как-то все взорвалось, и это было печально. А между прочим, тут один удар, одно сердечко. И это не весело. Ой-ой-ой, карамба, что творится? Как это тут столько фекалий-то? Ну, дело наживное. Сейчас еще в бой зайдем. Ну-ка, в бой пускаем. В бой нас и не пускают. Боятся. Еще бы. Это наш. Че я по нему стреляю? Одна большая башка, вторая большая башка. Дед. Серое сердечко, отлично. Как оно появляется? Что у нас? Может какой-то артефакт на него? Но нет уже ничего. Так, а тут будет мамаша уже. Это не весело. Ух ты ё. Не-не-не-не, все нам. Пригодится, чувствую. Ну, может и не пригодится. А вот, видите, игровые автоматы. Как же не пригодится. Хоп, свободен. Хоть бы дали чё. А вообще такое ощущение, как будто тут секретная комната. Но это только ощущение. Так, что нам из этого всего может при... Ох, ты неужели, фекалия. Нет, мы ее не будем брать уже. Все, зачем она нам? Нет, монетки наши. Я бы хотел, чтобы нам несколько защитных мух дали. Это было бы классно. С другой стороны, можно и красные сердечки, вон сколько их. О, смотрите, отдал муху. Теперь мухи нам типа... Типа мухи нам будут... Отдай... Что за пилюля с эффектом? Ой-ой-ой! Ты подставил своего хозяина, бомжара. Синяя пилюля. Телепортация. Мы ее возьмем. Не знаю зачем, но пусть будет. Нам нужны мухи. Мухи. Штуки три. Две достаточно. Две монетки. Две мухи, и все, это защита отличная. Пилюля с эффектом. Амнезия. Вот это поворот. Ну давай, деньжата. Вот это не та муха. А, блин. Да. Чувствуем, их ни одной не получим. Ну хотя бы одну. Уж ладно, одну. Одну-то можно. Белая пилюля. Спидда. Нет, это не надо. Ады. 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 Все. Так, ну давайте попробуем тут что-то. Раз. Два. Ух ты, да. Еще два. Берем. Еще два. Еще можем. Раз. Два. Ну, нет пока. Раз. Два. Нет пока. Раз. Два. Это ну лопнет уже. Лопни. Лопни.
Ну, в принципе, все. Больше я это самое не хочу ничего. Ну ладно, может еще пару сердечек где-то валяется. Но это было не очень. Валяется половинка сердечка. Ну, давайте пока половинка сбегаем обратно и попробуем еще раз уколоться об этот аппарат. Скотина, лопни! Лопни! Все, дальше нельзя. Нет, надо... Нет, надо знать меру. Теперь ищи эти красные сердечки, где хочешь. Ха-ха-ха. А-ха-ха. Подождите-ка, мы его взорвем. И да ладно. Вообще надо было деньжат бомжу дать. Он бы нам сердечек-то накидал. Вот это я не подумал. Ну ничего, ничего. Так, ко мне с крестиком, как всегда, не видать. Там будут стрелять во все стороны. Еще один автомат. Не-не-не-не. Да еще через шипы к нему идти. Так, мухи типа как нам. Без... Вот, да. Давай. Сердечки, давай. Руна. Белое сердечко тоже классно. Может, еще одно выпадет. Будем отдавать денежки. Может, что-то выдаст хорошее. Ну, где она? Две. Только две. Ой-ой. Ай-яй-яй. Что ж их столько-то? Пыщ. А, нет, не пыщ. Что за пилюля с эффектом Элсап? Отличный эффект. Теперь сердечек только не хватает. А так-то все классно. Ну, вот и босс. А, да. Сердечек бы теперь. Монеток бы теперь. Прям даже не знаю. Все так сложно. Давайте вот тут может что будет. Батарейка. Ну ладно, нету и нету. Телепортируемся куда? Мы не знаю где это. Начало. Начало-мочало. Бывает, вот в этих камнях иногда сердечки попадаются. Вот, типа такого. В каком это камне-то было? Это что-то невкусное. О, да оно. Вот она польза, все. Ну, пошли к мамаше. Куда-то сюда, правильно? Амнезия? Ничего не помню. Тут помню, а тут не помню. Это lives. Окей. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Хоп. Еще где глазище-то, где? Все. Еще как этим стрельнет своим... лазером. Мало не покажется. Добей. Так, еще два красных сердечка. О, как они неудобно стали. Ну и, собственно, что мы брали? Мы брали белый слайд или черный? Черный, чтобы пойти к Айзеку. Я так понял. К Айзеку. И, собственно... Завершить на Айзеке, а не на синем Айзеке. Но... Правильно? Думаю, да. Так аккуратно взорвать, чтобы не задеть чудо-ангела. Чтобы... Не дали сердечек. Ну, ничего. Так, 5 красных, несколько серых. Тут даже есть бой. Бой. Вот это внезапно. Вот это, да, это было плохо. Очень шустрый просто. Я забыл, что он такой быстрый. Этот чудо-демон. Давай, 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 иди сюда. Локи?
Два монстра, вот так, потому что один уже для нас... это мало. Так, еще кто-то будет? Все уж три босса было. Хватит. О, серые сердечки, это хорошо. И, конечно, взорвем. Взорвем, я сказал. Каменный сундук. Нет. Ну, окей. Так, сюда стоит заходить? Как вы думаете? Конечно, нет. Ну, зашел ведь. Health up. Health up. Берем. Амнезия. Вот, что не надо, так это амнезию. Выкинуть ее куда-нибудь. Здрасте. Мы тоже вам рады. Вру, конечно. Значит, что? Где-то может быть секретная комната. Возможно, тут. Заодно и откроем сундук, в котором он пусть собирает и что-то выдаст нам. Я не верю, что мы что-то такое сейчас за монеты купим. Ну, мало ли. Ключи, мертвая птичка и The Magician. Magician используем. А тебе мы что-то и дадим. Теперь у нас ключи, хоть объешься. Дальше этого уровня не пройдем, так что давай, давай, что тут есть? Пауки. Обалдеть. Сундуки. Ну, пусть собирает. Что-то выдаст. Бомба. Давай, давай, еще, не жадничай. А ты тоже собирай, давай там, радуйся. Так, это злобная муха, которая, как я помню, взрывается прямо вот в неудобном самом месте. Но зато мы взяли три мушиных артефакта. Один у попрошайки, один купили и один вот этот. Теперь у нас летающий персонаж. Повелители мух! Круто. Вы как думали? У нас по-другому не бывает, только круто. Это же демон. Ну, один из. Ну, не люблю эту муху, вот эту, которая... Ай! Которая с сердечком, она ужасна. Она взрывается там, где не надо. Все время надо как-то выруливать, чтобы не попасть случайно на нее. Ох, вот это вообще не весело. Еще? Конечно. Миллионы. Опять муха пошла. Ух. Ну-ка, камень с крестиком. Как насчет? Камень с крестиком. Ну где вы? Нет, конечно, нету. Ну как-то так. Тоже. Так тоже можно, да. Опять большая. Ну, это просто ангелочки. Похожи на цветочки. Вот эти, кстати, на ангелочков-то похожи. Серое сердечко. Отлично. Теперь мы будем взрывать все костры. И пытаться найти там серые сердечки. О. Нет, не вышло. Ты вообще как-то тут не сильно-то и выйдет. Ну-ка, давай, давай, давай. О! Придумал. А я умный. Ну да, только тут нет ничего. Ух ты! Внезапно. И тут нет ничего. Ну ничего. Опять большая комната. Что вы за люди такие, не люди? Что-то творится адское. Опять замедление, причем это на нас, а не на них. Ну, это, в принципе, не так и плохо. Так, ну хорошо, хотя бы он не будет косы вот эти производить. Со всех сторон летающие.
Ай! Hate you! Вот. Вот как-то так. Ну, это и рассчитано было, вы как думали? Все тут строго рассчитано. Пауки, ну конечно, ешьте их сами. Все? А, монет. Вот, блин. И теперь. Давай теперь. Белое сердечко. Ну, как бы уже поздно. Что-то взорвалось, но на само. Я ничего не делал. Такс. И скоро босс. Скоро босс. Что-то не такие быстрые. Ребята слишком быстрые. Возможно, или тут, или тут. Секретная комната. Ну, если скоро босс. Скоро босс. Давай, добивайтесь уже быстрее. Мы добились этого. Ну, может, тут? А-а. Что-то как-то много комнат. Ну, это так задумано, значит. Ай-яй-яй. Ну нету. Ну и нету. Пошли к боссу. И это Айзик. Давно не видели. Айзик, ты. Включаем наводящиеся выстрелы и... Да как-то вот так вот и вот так вот дамажим. Тин-тин-тин-тин-тин. Ну это да, наверное, немножко долговато будет. И пытаться побыстрее взорвись. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у него и помощники есть. Да выпендривается этот Айзик. Ай. Ай. Вот да выпендривается. Да ладно, вот понимаешь, что там не надо, но... Что я как-то не так вот это прохожу. Вот опять! Да выпендривался? Вот такое. Ну и отлично, прошли. Второй демон тоже показал, что он совсем неплох, и даже... Такой быстрый и верткий, как муха. Повелитель мух, короче. Трым-дрым-дым, прошли. Стандартная концовка, где Айзик видит, что он как бы тоже немножко не ребенок. Все, он стал взрослым, поэтому и почернел. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!